С 28 февраля изменилось расписание сразу двух автобусных маршрутов. Сотрудники ПТП номер 1 обращают внимание пассажиров на то, что последние рейсы по маршрутам номер 8 и 11 отменили. Такое решение приняли по причине низкой востребованности общественного автотранспорта среди горожан в вечернее время. Автобус маршрута номер 8 не выйдет в последний рейс как в выходные, так и в будни. Таким образом, с понедельника по пятницу последний автобус от Соборной площади отправится в 22 часа 20 минут. В субботу и воскресенье в 21 час 40 минут. Маршрут автобуса номер 11 в рабочие дни останется прежним. Последний рейс будет выполняться независимо от дня недели согласно расписанию в 22:00.